Задача была перекрывать пути незаконного проникновения в зону, вот, вывоз населения, которое еще осталось в то время. Насильно никого не вывозили, а вот выговоры были. Очень красивая природа, очень красивая, но только вот жизни нет. Мародеры были, но их не было массово. О том, что произошла авария на Чернобыльской атомстанции, я узнал в апреле месяце, находясь на рабочем месте. Это были сообщения официальные по линии МВД. Одиннадцатого мая пришла телеграмма официальная о том, что надо командироваться именно в зону офицера и сержанта. Ну вот такой офицер был я. Открытые дома, пустая местность, дикая природа, бродячие собаки, коты, лошади, рогатый скот. Наша задача была выявлять мародеров, перекрывать пути незаконного проникновения в зону, вот, вывоз населения, которое еще осталось в то время. Насильно никого не вывозили, а вот выговоры были. И пожилые люди не хотели уезжать, скот у них остался там, какие-то у них утварь туда-сюда. Вот они, ну, некоторые там, причина такая, что он пожилой, будет помирать на месте здесь, куда ему деваться. Кто-то специально на работу устраивался, чтобы там остаться. Мародеры были, но их массовость, я не скажу, их не было массово. Но это в основном люди были, которые шли покормить свою скотину. Это мародер? Нет. Вот. А рядом дом открытый. Вот он пошел, заглянул, да, его тут поймали, задержали, будем говорить так. Я в зоне пробыл с 14 мая и 29 дней. Осенью 1986 года мы похоронили своего сотрудника Сахно Александра, который был со мной вместе. Вот тогда мы поняли, что это что-то такое, от чего невозможно уже уйти в сторону. Ну, пользовались приборами армейского образца. Учет велся строго, четко и передавался в штаб Иванково постоянно, каждые сутки. Ну, можно было получить дозу облучения в течение дня. Детали аварии, вот, которая произошла, мы все не знали. Догадывались, рассказывали, все что угодно, но действительно знали те, которые находились непосредственно, допустим, при ликвидации вот, на атом. Радиация бесследно не проходит. Но я считаю, что нужно себя держать физически, морально. Очень много перехоронил своих друзей чернобыльцев. Так бы, наверное, еще все живы были, еще бы ходили здесь. Ну, так получилось.